Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Смотрите, с одним воздухом дышал с ней. Получается, что? Получается, что она гахпушка, а он общался с гахпушкой и дышал одним воздухом с гахпушкой. Получается, Маха черт. Это факт. Азам, мы ничего не поняли. Учи русский, чтобы понять. Мактенбек, привет. Азла, у Мактена своя идея, мы его пиздобол. Давайте расскажем. Идем пиздобол. Азла. Азла. Азамат. Азамат, у Мактена своя гильдия. Если, типа, он у нас остается или у своей гильдии будет? Ну, смотри, брат, смотря... По факту, я не, например, у Хаймера тоже есть своя гильдия. Чё, Хаймера тоже он с этого, с нашего аккаунта, который из нас гильдии, 3 дня не заходил. А, слышишь, у меня что? Тоже есть гильдия? Ну, человек, если не активничает, не играет, блин, спроси у него, почему он это не делает. 3 дня он не зашёл. Серёга, интересуйся, узнай у человека, может, чё, как. Так, это с ним снайпер же. О, чё? Ну, Виктор, ну! Ну ты тоже меня стримстай вперёд, давай я тебя тоже кинуту тогда. Я вчера апал рейтинг, ой, ульти. Ты виноват, что вы против меня? Придурок, какой апал? Ты специально меня стримстай вперёд, бля, баран, бля. Чё ты, бля, тут лечишь, бля? Я апал, какой стримстай вперёд? Поклянись то, что, то, что ты специально не залетал с нами. В ТикТоке посмотри, да? И завтра видос. В ТикТоке посмотри, бля. Я же говорю, ты же специально получил. Мне чё, помогите? Ой. Бог тебе поможет. Убил? Да. Хорош, видишь, поможет. Что он сказал? Я сказал, Бог тебе поможет. Помощь. Я говорю, Бог тебе поможет, видишь, помог. Помогай, этот, всегда полагайся на Всевышнего. Тогда можно? Аза, выпусти рыса против Махи. Да, бля, ты чё, бля, тебе не жалко? Люди. Тебе Маху не жалко, что ли, блин? Такой из-за сегодня я не хочу его допускать. Чё? Да не, Маха мне выиграет. Что это сегодня, блин? Групповую. 3 негра, а не 5 негра. Это чё, блядь? Куда он бегал? Стоит, алло? Где? Чё ты, алло, блядь? Куда этот, блядь, алло, блин, инвалид убежал? Куда не слепый? Куда он убежал? Только я что его ты чё? Же. Ты убил его? Этот чел стоял, алло, я его убил. Подожди, алло, ты же... Нет, другой же был, нет? Маха сейчас... Да, другой был. Скин какой был, скин? Ну, какой-то другого убили. Скин какой был? Ну, сюда уебывает, обэвшая. МСРа, скин какой был? Да, он вот там, вот там, он меня убивает. Маха, ты что ты меня оскорбил? Я не уебывался, это хуйня сейчас занимается. А вы другого убили? Крыса, что делаешь? Да, уебывайся, да, сейчас дашь, досмеешься, вот. Ты серьезно? Салам алейкум, Александр. Чё случилось, это, Маха, чё ты за нее дал рису, рису говорю этому, как его, МС ничего не смог сказать. Побоялся, да, очканул? Кого очканул, блядь? МСР нормально разговаривал, он же просто сказал, не бля, кайлей, чё? Там ты, бля, понял, ты не бля, ты просто... Ты тупой, что ли? Бля, это ты, бля, конечно, а ты не тупой. Бля, ты пиздец, бля, ну. Ты вот чистый, почему блядь. Ты, бля, конечно, Азам тебе по-человечески вопрос сразу. А ты чё, человек, что ли? Ладно. Почему у меня сзади еще кто-то стреляет? Мах, не дурга, ты забей. Спину топну. Вы можете, блядь, челика передо мной, Маха, убить? Сейчас Маха против МСРа пойдет. Я его 5-0. Пока-пока. Убили этого, молодец. Дома, бля, сотрудку поставь 5-0, Мах. А вы что, играли, что ли? Да, забей, он 1000 раз принял. Ты тупой, что ли? Мы даже вот так и доиграли. Вы убили челика? Я помню, 2-2 играли. Один на один, не гони, да? Чел. А вот же он. Кто его убил? Не, ну там не 5-0. А кто его убил? Да, ладно, Маха, ты лучше, всё. Я не понял, а почему, а кто его убил? Серьёзно? А чё, рыс мёртвый?
Почему Азама именно не играет? Вот интересно, здесь. Что? Ультиматум? Может, да. Мне человек нужен. Я либо МСР играю, либо МСР говорю, либо я с Неки там играю, Лики, либо с этим Марсом. А чё со мной не играешь? Кидала? Ну ты сможешь тащить? Я вас слушаю, пока. А, ты же вчера же нам слил, понял? Не могу, так, я специально не могу то, что ты там не расстраивался. Да. А так нормально мы вас, блядь, чпокнули. Сейчас 2-2 пойдем тогда. Пойдем, ну ты 2-2. Сейчас в ультиматум пойдем. Маха, тебе че? Так я в ультиматум пойду. Да, поем, блядь. Маха, чё? Короче, я готов 2 на 2 играть. Я тебя не оскорблял. Только да? Чур я не с Махой. Ладно, я с Махой. Ладно, я с Махой. Я с Рысом буду. Я с Махой буду, а то Махе обидно будет. Давай, давайте просто ультиматум, рейтинг пойдем, поиграем. Ты серьезно? Бля, так и убираешь. А чё вы все на Маху накинулись? Он же заплачет, заплакать может. Вот именно, Азам, это ты первый накинулся на Маху. Хотя, отвечаю, Маху я очень сильно уважаю, он мой брат. А вы, бля, как... Тоже, ты лидер гильдии, ты должен нас всех уважать. Ты должен принять, понимаешь? Я чё, мало вас уважал, что ли? Ты должен быть нам примером. Мы должны тебе пример брать. Дангерзона? Вот так сорбан? Какой лидер такие из гильдии, понимаешь, брат? Вот именно из-за этого, бля, из-за этого в моей гильдии, бля, столько достойных ребят, бля. Вот именно, плюс. Вас сейчас троих убьет. Тот черт, кто уйдет отсюда! Тот черт, кто в зону уйдет! Красная зона, тот, кто уйдет, тот черт! Мне похуй, я в центр пойду. Мне похрен, блин! Вы видели этот бой? Бля, вы видели этот бой? Вы видели, кто выиграл в этом бою? Там люди? Бля, меня нахуй нокнуло, сука, и добило, блядь. Походи сюда. Бля, заебись, меня добьют сейчас нахуй. У меня граник, заберите, да, по-братски. Вы видели этот бой? Кто выиграл в этом бою? Выиграл я! Это пиздец. Мне нахуй. Смотри, МС раздох. Так меня даже нокнуло и добило. Да-да-да, я увидел, как тебя ударило, я сразу убежал. Меня четвертая бронь спасла. Тебе четвертый, блядь. Да-да-да, меня четвертая бронь спасла, прикинь. Я твоего забрал. Если бы четвертый бронь не был, я бы тоже ушел бы. Сейчас подниму. По челик едет. Не надо. Я граник потерял. Ой, емать, братишка, емать ты соснул, братишка. Ай-яй-яй. Граника убил? Азаму, помогите далее. Чё за херня? Бля, вы где вообще столько времени? Я понять не могу, реально. Вот именно. Убейте, да, его убейте. Добивает, ну, блядь, этот сукин урод ёбаный, блядь, добивает же, блядь, ну, блядь, Маха, блядь. Да чё, блядь? Найс, найс. Всё из-за Махи. Ирис, у меня там монеты, блядь, мог бы взять, помогите понять. Блядь, нормально, общайся, да, я не материал тебя. Множество провоцируешь. Убегаем? Ты должен, когда вырастет, ты не должен... Типа, монеты. Вот монеты. Провокации... Бля, у меня были монеты, почему ты не взял? Где взять монет? Это. Вон, челик. Золотой, что ты делаешь, бля? Золотой. Хайлайтер, бля. Еру поднимай. Подожди ты. Какой еру, бля? Брак что? Сколько стал? Все, пизда. Бля. Я лутаю. Дыши, Эрис, дыши. Меня убивай. Эрис, один раз пукни. Ой, ой, Эбель! Мое сердце уфли. Вот, Ахпа, убей его. Он апает, он бот. Блядь, Эрис, блядь, чпокни его. Подождите. Эрис, если ты от него сдохнешь, удаляй игру. Я не сдохну. Да гапни, ой, блядь. Сзади. Эй, нет.
Кто сейчас отвечает? Я русский говорю. Маха виноват. Монет нахуй, монет. Сейчас ты у меня пойдешь. Охрена, пацаны. Это модер, можете, пожалуйста, зайти в Трова, кто там Трова модером, ублюдков забанить. Просто в Трова обычно нормальный пацан сидит, а сейчас там ублюдки зашли некоторые. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.